Во взрослой жизни мы часто вспоминаем приключения из детства. Поход на работу к родителям может быть одним из них. Не лишайте этого нового мира своих детей. Брали ли вас родители на работу на свою? Нет. Я планирую не работать, когда у меня будут дети. А это хороший желание. Лайфхак. А детей будете отправлять на работу с мужем? Да. Сами что будете делать? Вдохновлять его. Да, был один раз. Супер. На какую работу? Токарь. Что делал? Наблюдал за процессом. Брали ли вас родители на работу на свою? Да. Как помогали папе на работе? Поддержка, чтобы он не орал на подчиненных. Морально поддерживала их. Супер. А они давали какие-то отчисления вам, процент за то, что вы тоже работали? Конфетами. Вот это отличная валюта. А дети мне зачем на работе-то? Ну, чтобы учились, сразу же приобщать их к труду. Нет, так не делали. А вас родители брали на работу? На свою? Нет, никогда. Брали. Кем работали родители? Батя где-то заработал в космической отрасли. Точил что-то. Что было самого интересного? Да я не помню, мелкий был. Детальку он мне дал такую. А своих детей берете на работу? Тоже беру. Как-то помогают дети? Как-то мешают дети. Берете с собой детей на работу? Нет, у меня их нет. А когда будут, будете брать? Возможно. Отчисления им будете делать? Отчисления? Очень редко. Она помогает как-то? Нет, там нельзя. Вы какие-то отчисления делаете? Финансовые? Она и так хорошо получает. Скажите, вас родители в детстве брали на свою работу? Нет. Да, мама повар была. Что самое вкусное было тогда? Вот этот запах из детства, вкус. Не знаю, я у нее конфеты чаще воровала. Прям воровала? Это чистосердечное было. Ты дома работал? Ну, как работал? Ну, просто помогал, блин, и все. Ну, тебе за это платили родители? Нет. Чудак тут. За что? За то, что ты работал по дому. Помогал же им. Это же родители. Я думаю, что здесь без лишних комментариев. Красавчик. Хорошего дня.